Всем привет! А я вот пришла с работы и смотрю, там у меня котрель полинял, шкурка он валяется. Сейчас ближе посмотрим. Сейчас. Ну-ка, и покакал заодно, молодец. Вот так вот получил. Ух, нифига себе! Все людям, как говорится. Она уже успела подсохнуть. Вот такого плана шкурочка. Наконец-то. Бо я ж переживаю. С этой блинкой дитю голодная. Все нормально. Глазки вот тут у нас. Видите? То есть снимал нормально с капюшона начиная. Блин, резко свернись. Сейчас вот так сделаем. Во, он там. Кружочек это глазик. И до кончика хвостика. Видите? То есть это называется чулочком линять. Когда монолитным куском все хорошо снялось, то и змейка без проблем полиняла. Теперь надо, чтобы Норман точно так, как Катриэль, полинял. Ну-ка, малыш, покажись. Где ты там? Где ты? Ку-ку. Это а что это такое? Кто там, да? О, кто там? Хозяйка там, да. Хочет на тебя посмотреть. Бывает же такое. Обновленная версия Катриэля. Выглядит примерно так. Вот на белом фоне хорошо его видно. Вот такой яркий мальчишка. Ух. Ну, моисики, конечно, в отличие от питона, в попе шилистые товарищи. То есть пофоткаться с ними это проблема. Но не буду его сейчас кошмарить. Я только пришла сама с работы, еще не переоделась. А вот либо сегодня вечером, либо завтра покормимся. Теперь можно смело кушать. Без проблем. Прелесть ребенок. Налюбоваться не могу.